телефон зайду. Я знаю, как это КД, в принципе, по ходу сбрасывается. Срочно где-то надо будет, можно будет сбросить. Мне странно, что у одного человека а у всех сбросило. Ну, ребут вовремя случился, и пропало оно. Все как обычно. Как оно могло, ребут случился, даже если с первого босса ловится? Ты за столько времени тут не замечал, что после ребутов бывают КД спадают любые? Ну да. Мы так в ИГ десятку 3 раза подряд ходили. Я помню, как человек сидел в ИК десятки целый день. Их потом всех там за это забанили. Я просто помню, что у нас в ЦЛК как-то боссы резнули сюда-то, я помню, один раз такое видел. Чтоб КД сбрасывалось, нет? Странно. Короче, вы знаете, кого гнобить, типа, за второй поход в окобычку? Естественно. Тебя, Гевка. Типа, и на кого кидать эту тему на форуме за Багаюз? Опять слежу на Багаюзе. Вообще не говори. Каждый второй Багаюзер. Все из-за осов. Да, блять, в смысле? Лёха, а ты тут? Да, в прямом. Да, я здесь. А ты это всё время? Ты что, микрофон купил, теперь въёбываться будешь? Давай, потише. А, он передался. Там передастся РЛ. Сам. РЛ. Блин, а если бы штаны сегодня упали, мне бы тоже так плечи настали. Блин, песик тут. Угу. Да, дайте каски. Вторая пати. Будет. Гуляйте, трэш. Узнает каска спит. У кого-то стоит талисман, типа бездна, или нет? Да всегда он стоит. У меня как? Мне бы просто лень прокликивать. Я поэтому. Это по бонусу не видно, а стоит много. Ну там нужно стаки, типа, накапать. Тогда ли смотри. Зачем мне это? Мне проще спросить.
надо никого резать, тут бежать 2 секунды. Ну, за 250 можно арест. Это Войд говорил, да? Да, теперь ты на япончика похож, идет. Нет. Да. Такой же вообще микрофон. Наверное. Удар зелено. Мне пока демон не надоест, я буду демон не играть. Нет, типа, Женек, хуйня это, да? Двухкнопочный. Брат, изи же, должно. Блять, зачем играть на классе, у которого две кнопки? И мне Женек пишет ПМ, я играл год за Эльема. 1-1-1-1-1-1. Зато тебе проще контролить, да, допустим, надо некие проки отслеживать больше время за чем-то другим смотреть. Блять, ну иди играй на классик, типа, где... Там вообще одна кнопка. Чем мне играть на классик, бля? Смысл они вообще эти хроники сделали? Фармить, да, там? Типа просто тебя превращается в какой-то, ну я не знаю, фарм. Ты можешь вон одновременно в жопе ковыряться, две кнопки нажимать. И знаешь, еще что-нибудь. У меня было время столько сидеть, а было, чтобы в меня их поиграл, кнопки какие-то слабые. Типа, чем класс сложнее, тем он интереснее. Ну вот, а почему ты за портоваров никто не играет? Гена, почему ты на коте не играешь, вопрос? На коте? Мне не получается кота собрать. Я не могу тренить сильно выбить, у меня времени нет ходить по левым рейдам. Нет, не могу, есть только слово «не хочу». Ну бля, ну я не могу сидеть там 24 часа в сутках, фармить на каждый неделю, там зломан и раз себе забирать. Берешь себе меня из кота, только они бомжи все почему-то. У меня вчера целый кат танчил. Не вчера, но на том, когда 259-й протопал, а он агро вообще не... Понимаешь, я чтобы разнообразить свою игру на Элиме, я включаю хилпот. Переставляет тайм и занимаюсь всякой фигней, помимо того, что я нажимаю... Слышал, пенис, почему он не дамажил? Вот серьезно, типа, вот на майне реально можно фигней пострадать, стоишь, дамажишь, все. Нет бы там сидеть как-то выкручиваться, что-то где-то придумать, где больше ДПС. Ну, блин, с новой ротацией можно уже... не страдать фигни с хилботом и так далее, а стоять. Кажется, и прожимать отлично сразу. Отлично работает отмаза, у меня залаг. Женек, есть жопка. Миш, то, что лагает сервак, это вообще не моя проблема, понимаешь? Это локальная проблема, именно по городу. Ну, если еще быть точнее, конкретно с Силусом. Потому что все остальное не работает замечательно.
пул дайте. К, да. Ну, женек, естественно. А, ты имеешь в виду, типа, по-моему, у всех есть Т5, но мне нужно тело. Потому что, ну, я хочу голову в итоге поменять в будущем. Не знаю, покликай, посмотри, по-моему, у всех уже Т5, целый круг есть. Ты там посмотри, у некоторых уже по 3 сета валяется просто так. У кого 3 сета валяют? Есть такие люди. Вон там Проня же спрашивал, нафиг ему ноги скинули. Вот так, Лёха, и скидываю. Когда уже некому собирать, мы просто рандомно. Ну ты сравнил, блядь, классы, у которых по 3 спека. И классы, у которых по 1 спеку. Ну... Ну, на Лока, Мага, Ханта у них. Ну, так это понятное дело. Понятно, почему по 2, да и по 4 там может быть. А так, Женёк, типа, демон надоест, иду, наверное, в Афу, всё. Это единственный спек, наверное, типа. Это... А чё, нельзя это? Если так, ну, никому не надо вообще, он даже в боссе останется. Кого? Ну, Локом взять. Ну, Лок сколько? Ну, 14-15, да. Просто хочу Т5 на Лока попробовать. Не то, что там, блядь, что-то им. Просто интересно. Могу дать поиграть. Да нет, не надо поиграть. Я свои. Охота мне позакрываешь, а то у меня иногда даже охота времени. Да, блин, извини, я своим Локом закрываю. Сейчас подойду минуту. А кто рулит парадом-то? Ты думаешь, что? Рулит парадом всегда кто? У нас демократия. Кто здесь орел? Гим. Демократии в сходочках нет. Персик? Ну давайте мы читаем. Привет. Подойдем, босса увидим. Гевка. Готов? Тут. Луцинь начинает, значит, на первой платформе. Пристабав, ребят. Тимыч на вторую. Когда перья, Тимыч на последнюю, Луцинь на первую. Я снизу. Блин, а можно я снизу половлю? Хорошо, Тимыч, лови снизу, только не это, не проебись. Лапу даем. На, дайте шторы. Шторы бегаешь. С войдом. Кто там, МЗРДЦ, да? Ямка, бегаешь с Луцинем, остальные снизу. Чек на лапу. У всех лапа есть. Ну тогда. На горн давай. Даю отчет. На горн уже не надо. Я тотем ставлю. Атигеру. Смотрим внимательно, Феникс куда летит, или на платформу, или вверх. На платформу идет.
вверх полетел. Вверх полетел. Прыгали. Быстрее, Луцинь первый тут форма. Сейчас остановится, смотрим, куда полетит. Четвертый. Побежали? Луцин. Че мы бежим? Тут остаемся. Ну, разве Луцин на первый остается. А, он по часовой летает. Китос мягко огром. Не подводи в рейд уголек, он сейчас взорвется и всех откинет. Молодец. Ты там дашь в него? Что за хуйня, На пульте. Он на оба там, просто потом разворачивается. Следующая платформа. Сколько мелких у вас? Два. Там... Там у Никитоса сотка. Наверх. Взлетаю. Луцинь первая, я последний. Смотрите, сколько фениксов у меня вообще. Первый полетел. Значит, Луцинь на боссе, Тимыч у стенки с големами. Я под боссом буду с Луциня стараться забирать. Все, прыгаем вниз. Вот этих два мелких босс появится, сейчас сразу слейте. Когда босс только появится. Все, переключились, убили. Сделай ближе. Переведи. Ближе сделай сюда. Босс. Так? Да. Посмотри, чтобы треугольник был между тем танком, рейдом и тобой. Стойте, ваншотник. Когда босс появляется, из-под него уйдите. Маленькие убьют. Там заберешь. Тимыч. Мелких подбиваем до 20%. Забери. По мелким стопните. Осторожно. Когда босс появится, выбивайте.
Развивайте мы. Забирай по одному. Мелких бьем. Череп сильнее. Все, притормозите. Притормозите. Как только босс появится, их надо убивать, а не до. Надеюсь, эти фениксы сняли процент босса. Давай, херач, херач. Трёпка, дыма. У феникса. Череп больше. По кресту притормозите. Отошли. Блять, ну вы сольёте сейчас. Что вы делаете? Сука, ну по-русски же говорят, блять. Не снимается процент, блять, с босса, если вы так убиваете, когда босс... не появился. Это что, непонятно, или вам по-китайски надо это сказать? Блять, сука. Я бы послушал по-китайски. Я в ахуе вообще. Вы что, не можете свой ДПС притормозить? 50% добили, стопайте. Тимович, забери еще это. Так вы будете его бить, блять, на 5 минут дольше этого босса. Все, отошли, короче, блядь. Стопните уже. Ёбаный в рот, блядь. Хуярят и хуярят. Вот появился? Хуярьте. Добили череп-крест, добили череп... Повернулись, добили череп-крест, ДДД. Вы что делаете? Добили мобов, у которых лоу хп. Вот. Какую-то хуйню делайте наоборот, блять, что вам не говорили, вообще наоборот все делайте. И по КД в каждом рейде такая хуйня. Вот половина стопнули. Стопните уже, стопните. Стопнули, отвернулись от них. Фир дадут, блять. Как босс побежит к Луциню, повернулись, добили череп креста. Череп крест добили. Кастеры, развернитесь, добейте. Хули, я одну пытку отпросите, вижу. Вы что, невменяемый, что ли? Ну, я тоже. Чё? Всё, подбейте вот этих. Появится босс, одного сольёте, и можно босса бить. Смешно. Прям мне смешно, да, это животики надорвешь. Сейчас крест убьет. Жал. Крест. Заебись. Все, босса добивайте. Самый пидорский босс на свете. А вот этот вот, Тринька вот эта, она на Эрдру вообще идет? Да. Хуйня. Нет. Почему хуйня? Нет? На Эршаму как она? Потому что есть намного лучше Тринька. Эршаму норм. Но только в плечо. Я на Эршаму взялся. И самая лучшая Тринни это Чешка, Гер и Кой. Если этого нету, то я нашел. Любой класс Тринька заходит, лучше нету. А кто на тебя? Ты понимаешь, как ей пользоваться? Ну попробуй, я думаю. Что-то старый ты начисляешь?
Вырубите книгу, да, Рут постоянно. Хил абсорб. Просто отец. Я поначисляю. Никитос, ты так говоришь, Паша, ты, блядь, 278. А тут есть люди, которые, блядь, 273 Роги. И тому подобное. Денчик, это только на Ларри Хэм. Ну, по факту, да. По факту вайп. Ой, бля, нечаянно. Потому что она не так работает, по идее. Ну, как бы... Так, но хотелось бы, чтобы работало по-другому. Намикадзе. А вы сколько птиц уже убиваете в первом статье? Полторы. Полторы. Рольц. Я не успел. А я что-то когда был последний. Да, блядь. Полторы забудите, убиваю. Забудите. А чё вы меня предупреждаете об отходе? Я не рейдер. Вон Войду говорит. Пойти, дай мне века. Может треснете? Да нормально, танкую, да. Понимаю. Войд, ЕП на ком оставить? На этом, на друиде. Ребят, чё с агрой? Чё он по рейду бегает? Я бить боюсь. Зато не кастует. А кто на роботе будет, меня вот это беспокоит. Кто будет? Кто будет? Свичный друида с ДКшником, блин, персик. И ассиста на ДКшник. ДКшник. Это я тебе дал. Мы сейчас на кого пиздуем? Ну что будет? В раз проспектница в этого. Ну, ставим, блядь, трэш. А у вас еще Т5 есть? На танке. Да, нет. А что, нет? У вас у тебя Т5 есть на танке? Три куска. Три? А, там два куска уже заебись, да? Там два куска. Я там в новые шмотки камни, правда, не успел ставить. Полезное, что с первого босса упал. Книжка. Нет. Нет. Это тринька на хила, которая хасту дает. Ну, для Мумикадзе первый босс вообще был идеальный. Весь ник забрал, можно сказать. У меня вчера интернет лагал, когда кусок четвертый падал. Это моя вторая попытка. Дополнительная 25. Не, если бы Келли еще вы вчера убили, было бы еще приятнее.